Вот поскольку у нас Мерлин все равно очень нервничает и стрессирует, то ты уже можешь, мне кажется, ну что, мы сейчас будем ее добивать? Хуже не будет. Я вижу, после травмы... Ты меня-то порадуй чем-нибудь. Я после травмы, поэтому буду только со слайдом играть. Давай. Я что-нибудь просто поимпровизирую чуть-чуть. А что за травма, кстати? А травма производственная, если так можно выразиться. Это вот моя основная техника игры, кроме слайда. Она заключается в том, что я подтягиваю струны. Так. Это вот главное мое, да? Так. Я там не супер быстрый, я не стремлюсь к спорту, да? Ну. Ни в чем причем. Главное, чтобы была любовь и... Угу. Сами понимаете. Да. И я подтягиваю, и время от времени рвется кожа. Так. Когда там подряд там... Как часто? Ну, это бывает, к счастью, там раз в полгода или в год. Угу. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, сейчас весна, витаминоз какой-то там, слабость кожи. Угу. И когда подряд концерт один, она порвалась, но второй день ты играешь, то что-то попадает обязательно, начинает нарывать. Поэтому я буду... этот палец беречь, потому что завтра надо сыграть нормально. Так. Тебе сейчас тоже нормально сыграть. Да, просто, пожалуйста. Я чуть-чуть. Сейчас тоже нормально. Не обессудьте, я сегодня вот с травмой. Так. Специально для тебя и Мерлин. И для вас, так, друзья. Мерлин, для тебя играю. Я просто чуть-чуть поимпровизирую. По открытым соль. Политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».